Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Они обозначают курс и обозначают повестку для всех остальных. К ним подтягиваются и другие страны, члены НАТО, Евросоюза. А мне кажется, надо уже просто говорить Брюсселя. И так понятно, что речь идет о каком-то таком едином конгломерате. Мне кажется, они как будто, закусив у дела, просто соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину. И одновременно говорят о том, что они за мир и за то, что нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично, я бы сказала, противоречиво. Если за мир, то надо стимулировать переговоры, а не поставки вооружения. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.